Привет. Я не планировала это видео, просто по приколу решила поделиться ситуацией. Мне показалось, что я разучилась рисовать. Рассказываю. Я из тех людей, которые видят пользу в рисовании с натуры. И из тех людей, которые на это все время забивают. Особенно под Новый год, когда много заказов, я рисую портреты собачек и кошечек. У меня не хватает времени, потому что день короткий, вообще я устаю и тра-та-та, в общем, не рисую. И вот только в апреле сейчас я села порисовать с натуры. И фигак? И ничего! Вообще, я не помню, как это делать, я не вижу ничего, ничего. Такая, думаю, не надо отчаиваться, надо вспоминать, чему училась когда-то. Беру черновичок, уголь и по тоновым отношениям пытаюсь раскинуть хотя бы, где у этого граната несчастного тень, где свет. На угольный рисунок уже потом нанесла небольшой слой пастели. Недовольна, все такая, ставлю камеру, думаю, это прикол, это надо записать. И вот уже вот этот вот спидпен записываю. И, видимо, с испуга, в общем-то, начало что-то более-менее получаться, мне прям стало нравиться и так далее и тому подобное. Чего я так топлю за натуру? Конечно, на этом здорово настаивали преподаватели, когда я училась. Один преподаватель, он вообще говорил следующее. Утром просыпаетесь, не умываясь, не завтракая, идете и делаете штучек 5, не надо много набросочков. Это на том уровне, когда для нас любой набросочек занимал 2 часа, 7 потов, пучок седых волос, влажные ладошки, там стресс, и вообще после этого хотелось просто умереть. Во-вторых, лет через несколько, ну у меня это вообще долго было, у многих наверняка раньше, начинаешь догонять. После приличного числа набросков с натуры появляется цветовосприятие, начинаешь видеть какие-то цвета. И бонусом зрительная память, то есть ты запоминаешь, где что находится, как оно расположится, по каким принципам. А выливается это даже в то, что когда ты рисуешь потом по фотографии, и вот, допустим, видишь огромный засвет, ты знаешь, что это не просто засвет, не белое пятно, это не блик, ты понимаешь, что там еще куча всяких переходов, там, и как это обычно бывает, и что просто, скорее всего, там или подфотошопили, или фотоаппарат не взял. Ну, в общем, рисунок становится более убедительный. Кстати, прикол вспомнила. Когда мы перешли от графики, от угля, от карандаша к цвету, у меня была композиция, голубая драпировка, какой-то там коричневый горшок и синий такой фиолетовый кувшин. И преподаватель меня все время спрашивал, он мне пытался, чтобы... В общем, я очень долго ее мурыжила. И он мне пытался помочь и спрашивал, не хочу ли я добавить в драпировку, в голубую, в эту, да, бирюзовую, кармина, то есть красного. Я такая, блин, уже в абсолютной панике, так я думаю, блин, он шутит, какая... А сейчас я понимаю, что да, можно, оказывается, добавить. Ну, наверное, там откуда-то рефлекс был или еще что-то. Я уже не помню подробностей. В общем, я добавила. Ну, он немножко потом исправлял. Так что рисование с натуры довольно полезная штука. И по фотографии рисовать вообще-то проще. Это прям абсолютно точно. Нет никаких заморочек. Всегда все получается значительно быстрее и лучше. Но вот рисунки с натурой как-то все-таки поживее получается, покрасивее. Поэтому я вот стараюсь не забывать и тренируюсь. Ну, иногда вот с перерывами по 4 месяца. Вот.
Возможно, я так считаю, потому что меня так научили. Хотя я считаю, что это осознанная точка зрения, такая на практике основанная. Но я хотела не про это сказать, я хотела сказать про то, что ну, не расстраивайтесь, если у вас там что-то не получается. Потом получится. Да, всем спасибо, всем пока. Verga bedas madeurobas katsishvili. Rachel chabnel do chamagam da achielas. Shurt chitzagar da kogamano kerchos bolos. Versad tachal kalo vain temagi chela. Unda deva bisharlash karishe mebrzolos. Versad tachal kalo vain temagi chela. Unda deva bisharlash karishe mebrzolos. Verga bigaura dar makton setchli sunim. Ուխրիս բիրաս բալգիս միսրոն ծինդաս գսոլդեմ, ռադար գինդաջի ու խեպի շենիս լուլի, շավ դալալս է թետրի թողլի ռոմ գատոնես, ռադար գինդաջի ու խեպի շենիս լուլի, շավ դալալս է թետրի թողլի ռոմ գատոնես, ռախել կապիմ գալ դարդա խասիատի, վահմետու Shekson tchel zedaga olev sam zianos Mosil kalak zrogor tchiv ta atinatim Shekson tchel zedaga olev sam zianos Rachel katzvim katarda Kazav kulim Chemi guli samin divich dar dianoms Eg du chepi ginu isagar da zaprulim Kalav rosnaga mechnebi sam zianos Эг ту чеби гину и саган да запрули, Кала росга гамачн да би сам зиянос.